Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я ценю и люблю себя такой, какая я есть, со всеми своими сильными и слабыми сторонами. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что вы будете намного увереннее и сможете добиться многого. Ну а теперь уникальное послание на 11 августа. Создание новой реальности. В этот раз ангелы просят вас провести чистку мыслей и на мгновение попробовать удалить из памяти все, что происходило с вами до этого момента. Представьте, что ваша жизнь – это белый лист бумаги, не наполненный убеждениями, советами старших, страхами и опытом. Представьте, сколько возможностей открывается перед вами, когда ваше сознание не отягощено негативными мыслями. Иногда полезно отключать себя от установок прошлого, чтобы далее предстать перед Вселенной с кристально чистым сознанием. Тем самым вы открываетесь для ее поддержки и истинных желаний. И в течение всего дня обязательно повторяем такие слова. «Я окружена любовью и поддержкой людей, которые верят в меня и мои возможности». Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что в вашем окружении будут только те люди, которые вас любят.